Алло. Алло, Вероника, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Вадим, я представитель компании PowerTrend. И вы знаете, мы с вами не так давно общались, буквально у вас в пятницу. Ну и что? Да, вот, мы договорились с вами перенести время вот на сегодня, на понедельник, как раз в 2 часа. Вот, я вам как раз не звоню по этой договоренности. Так а что вы хотите-то? Смотрите, я от вас ничего не хочу. Поймите, мне от вас ничего не нужно. Просто я же вижу, что вы интересовались книгой, вот, основной инвестицией, которая пришла вам на почту. Вам приходилось, да, на почту? Ну да, и мне звонили уже из вашей компании. Честно сказать, я не знаю, кто там звонил, но я вам звоню первый раз, так как я же вижу, что у меня остальные контактные данные свои. Вот. Я, собственно, по этому поводу вам звоню, потому что, возможно, у вас все-таки будет дело немного. Зайти на финансовый рынок, там показать вообще нашу компанию. Вас плохо слышно. Алло, так лучше слышно? Ну, будет, да. Да, вот. Так я, собственно, вам по этому поводу и говорю, что у вас все-таки будет дело немного, что сейчас происходит на рынке вообще. Потому что сейчас на рынке происходит очень большое движение по поводу доллара. Доллар очень хорошо растет, на этом зарабатывают наши клиенты. Вы опять пропадаете. Вот. Хотелось бы... Что? Вы опять пропадаете. Так, не знаю, возможно, какая-то злая связь не происходит иногда. Но, в общем, просто сейчас на рынке финансов происходит очень большая волатильность. Доллар очень сильно, очень хорошо показывает свой рост. Вот. Надо это показать наглядно, чтобы вы сами все посмотрели, увидели. И уже потом что-то говорили, что-то решали. Сейчас есть доступ в интернет? Так, стоп. Дарья Есинская в вашей компании работает? Не знаю, у нас просто не один отдел, поэтому я не знаю. Ну так вот, мы с ней разговаривали. Да. Мы с ней разговаривали о том, что меня трейдинг не интересует. Это понятно? Ага. А почему не интересует? Ну, потому что не интересует. Нет, я просто вижу, что вы сами оставляете контактные данные, регистрацию, вот. Для того, чтобы посмотреть книгу. Книга мне пришла, это не книга. Это непонятно что. А что? Ну, это какая-то презентация из 30 страниц. Больше я ничего по этому поводу сказать не могу. Я вас понял. То есть вы, вам особо она не понравилась, правильно? Потому что это не книга. Я вас понял. Смотри, на самом деле, это сдается, такие книги даются в основном для ознакомления вообще, чтобы вести в курс дела новичков. А с чем-то можно ознакомиться, скажите мне, пожалуйста. Вот с чем-то можно ознакомиться в этой книге? Я же вам говорю, просто финансовый рынок, общие какие-то понятия там есть, что записано. Ну и какие там есть общие рынок? Понятия? Ну, смотрите, я читал давно, поэтому я сейчас не вспомню, ну, что там написано. Ну, очень плохо, что вы не знаете о той продукции, да, которую предоставляете. Но с этой целью каждому клиенту звонить менеджер, то есть такой, как я, для того, чтобы вести вообще в курс дела в полный. Потому что книга это в основном просто для... Ну просто для того, чтобы понять, что это такое, что это за хер. Да там непонятно. Вот, а потом уже знаю. Так давайте тогда я помогу разобраться. С чем? В финансовом рынке вы же хотели посмотреть основные рынки. Вы даже не знаете, чего я хотела. Так а что вы хотели? Я хотела, искала для себя информацию. О долгосрочных инвестициях, как правильно сформировать свой портфель, чтобы купить акции на долгосрок и получать с них дивиденды. Трейдинг меня в этом плане не интересует нисколько. Так у нас так же самое есть акции. Точно так же есть акции, можете купить акции на долгосрок. Ну и на какой долгосрок? На неограниченное время. И? Открытие. Потом продавать и на этом зарабатывать. Это и есть трейдинг. Ну. А он меня не интересует. Вы вообще меня слышите? Слышу.
ну очень плохо, видимо, слышите или не понимаете, о чем я с вами говорю. Плохо слышно, да, у вас связь плохая. Да нет, у меня со связью все нормально. Ну я же говорю, что связь какая-то плохая. Ну, вот, это я понял, хорошо. Видимо, плохая, потому что IP-телефония. Возможно, возможно, я ничего не наговариваю. Вот, так что, я просто хотел вам показать все, как это происходит. Потому что, а почему, кстати, вообще вас не интересуют инвестиции такие, трейдинг, почему вас не интересуют? Это не инвестиции, это торговля на разнице в цене. Ну, трейдинг, почему вас не интересует? Ну, потому что он меня не интересует. Ну, так просто почему, просто интересно. Просто в нем же тоже можно хорошо зарабатывать. Ну и зарабатывайте себе дальше. Я сказала, что меня интересует. Меня интересует становиться акционером нескольких компаний, чтобы они мне выплачивали дивиденды. Еще раз объясните. Почему вы так агрессивно настроены? Я же ничего не заставляю делать. Если вы не хотите, то я же не заставляю. Ну так я вам это уже несколько раз сказала. Что вы сказали? Что трейдинг меня не интересует, вы заладили. Почему? Да потому. Так а почему не интересует? Ну я же уже ответила. Вы просто не сказали конкретно. Вы конкретно не ответили, вы просто сказали, потому что не интересует. Что вы хотите по словам конкретно? Ну не интересует он меня, господи. Вот вам интересны женские платья? Да. Да? А почему? Да. Ну они красивые бывают. А, да. Это много интересного, да. Серьезно? Да. А вы вообще мужчина? Я мужчина, по голосу непонятно. Ну, непонятно, почему мужчину интересуют женские платья. Ну, а почему бы они не должны интересовать? А почему они вас должны интересовать? Вы их что, носить собираетесь? А если ты собираешься, что тогда такого? Что? Даже если собираюсь, что в этом плохого? Да ради бога, ничего, носите дальше. Ну тогда вы не мужчина, если вы носите женские платья. Не мужчина? Да, конечно. Ну потому что мужчины женские платья не носят. Одежда делает из человека... Одежда решает гендер или что? А при чем тут гендер, не гендер? Значит, вы не позиционируете себя как мужчину. Если вы хотите носить женские платья. Ну почему? А нижнее белье женское носить хотите? Что? Нижнее белье женское носить хотите? Может, оно вас тоже интересует? Да мне и своем удобно. А? Мне и своем удобно. Ну так вот, есть такие платья женские, под которые мужские трусы не оденешь. Ну так и что? Так я же не сказал, что я хочу носить. Вы мне это сказали. Нет. Даже если хочу и что? Ну, хотите носить. Хорошо, ладно, все доброе. До свидания.